So, good evening. I think everything is okay. And I would like to ask you a question. What is the weather like in your city? Is it cold or warm? What is the temperature? It is autumn already. So, it is nasty, Svetlana. Oh, yeah. It is cold, Olga. Yes, cold in Moscow. When we speak about weather, когда мы говорим о погоде, чаще всего первые две буквы это it is. Она есть какая? It is cold. It is. Hello, Leila. Yes. I'm sorry. I don't know how to spell your name. Mm-hmm. So. Okay. Nobody wants to write about the weather. It's snowing, Irina. Oh my God. Where do you live? It is snowing. Ah, okay. I see. So, I think we can start. Я думаю, мы уже можем начинать наш вебинар, и сегодня у нас очень интересная тема – альтернативные и разделительные вопросы. Мы уже с вами знаем два вопроса – общий и специальный, и сегодня мы познакомимся еще с двумя и вспомним предыдущие вопросы, научимся их правильно задавать. Научимся на них правильно отвечать и правильно их произносить. Мы обязательно потренируемся, как это делать правильно. Сегодня посмотрим видео. И обязательно у нас с вами будет интерактив, обязательно будет интерактивное задание. Я, как всегда, очень всех приглашаю, всех желающих, потому что это очень полезно пробовать себя. Все-таки не просто только печатать, но и говорить. Not only type, but speak English. It's very important. Okay, and now, as usual, again, I propose you to learn one new proverb. Давайте выучим еще одну новую пословицу. So, look at it, please, and try to translate it. Давайте попробуем ее перевести на русский язык. Try to translate this proverb. Алексей, thank you, very good. Yes, Светлана, Наталья, yes. Аппетит приходит во время еды. Обратите внимание, что когда мы сейчас будем читать эту пословицу, у нас артикль the стоит перед Наталья. Yes, and Stas, you're right. Ирина, попробуйте перезагрузиться, если вы не видите картинку. У нас сейчас пока еще есть время. Перезагрузитесь или попробуйте другой браузер. Окей. Оксана, yes. Итак, наш артикль the. Но следующее слово начинается с гласной, поэтому мы будем произносить the. The appetite comes with eating. The appetite comes with eating. Окей, Анна, hello. И давайте вспомним, можем ли мы задать общий вопрос к этой пословице. Получится у нас вспомнить, как задавать вопрос общий. Я напомню, что на него мы можем ответить «да» или «нет». А вот как его задавать, давайте вспоминать вместе. Итак, приходит аппетит во время еды. How can we write it? Any ideas? Okay, Денис, yes. Ольга, very good. Денис, the appetite. Не забываем, да, про артикли, это важно. Mm-hmm. Денис, yes. Анна, very good. So you remember the general question. Все вспомнили общий вопрос. Он начинается со вспомогательного глагола. Он ставится на первое место. Наталья, good evening. А теперь давайте попробуем задать специальный вопрос. Когда приходит аппетит? Вероника, yes.
Very good, that's right. Does appetite come with eating? А теперь задаем вопрос, когда аппетит приходит? В принципе, то же самое, но нам нужно вспомнить слово «когда». Угу. Так, Денис, правильно, отлично. Денис, еще, да, тоже правильно. А вот, Ольга, вспомните, мы делаем такой же вопрос, как общий, но впереди еще вопросительное слово. When does the appetite come? Наталья, мы ставим еще вспомогательный глагол впереди. То есть общий и добавляем вопросительное слово впереди. When does the appetite come? Наталья, ваше when немножечко там. Ага, окей, yes, Ольга. Светлана, yes, when does the appetite come? Very good. Итак, мы с вами вспомнили, Вероника, yes, вспомнили два первых типа вопросов, которые мы знаем. Общий, разделительный. Does the appetite come, Наталья, Оксана? Yes, that's right. Общий, специальный мы вспомнили, да? Общий и специальный.